Всем привет, с вами Елена Малинкин, и сейчас я жду автобус, чтобы поехать на центральную площадь города Ижевска, потому что я живу в Ижевске, да, и ко мне начали в последнее время добавляться очень много друзей из Москвы, ну как друзей, они стали мне друзьями, вот. Да, и Ижевск находится очень далеко от Москвы, но никак не очень, а в 1000 километрах, вот, да, поэтому мы с вами увидимся, ну вообще чаще езжу в Москву, поэтому, если что, мы можем с вами увидеться. Да, вот. Итак, жду я автобус. На людей мне, естественно, наплевать. Меня многие спрашивают, почему я добавляю их в друзья. И меня всегда интересует вопрос. В смысле, почему? Вот вы кидаете заявку, я добавляю вас в друзья. В смысле, почему я вас добавил? Ну, мне отвечают так, потому что, типа, все видеоблогеры не добавляют друзья незнакомых людей. Вот, но, как бы... Я начинающий видеоблогер, поэтому добавляю всех, да. Вот. Спасибо вам большое за просмотр, за лайки. Мне очень приятно слышать вас, хорошие комментарии. Вот, да. И самое главное, это делать что-то свое и не стесняться людей. Вот, а еще, да, я жую жвачку, поэтому это как-то выглядит не очень. Простите. Да. Да, так вот, на моей цели, куда я еду. Я еду сейчас на центральную площадь, чтобы погулять со своими друзьями. Это Алина Ткаченко, Даша Малкова, Даша Жуйкова, да, не Малкова, вот, ну, да. И когда я туда приеду, я тоже запишу видео, вот. Поэтому, да, если вам нравится мой видео, также ставьте мне пальцы вверх, продолжайте и, да, комментируйте их. Спасибо вам большое. Всем привет еще раз. Мы вот зашли в Буркестан, давай, Настя. Ты должна... Ладно, ты попала в кадр. А вот, там Артём. Давай. Представьтесь. Как вас зовут? Свек. Тебя зовут Свек? Очень приятно. Меня зовут Аркадий. Петрович. Нет. Как его зовут? Ладно, короче, Аркадий, Артём Аркадий. Стол. Тим. Мирена Вечка. Алина Лама. Да. Даша Жук. Вы? Такое красноречивое ответ. Абдулахмед Ахулаевич. Очень приятно. Я ничего не вижу, но вы меня видите, я думаю, вы, да. Я делаю рекламу скрытую, ну не скрытую, там. Паровозик Биг Ижевск Экспресс. Да. Сейчас мы находимся на центральной площади. Эта песня, короче, везде. Like diamonds in the sky. Да, прыгаю в городе. Мне похер. Да. Мы заходим. Куда мы заходим? Это что, Цума? Вот, короче, с вами я снова, да. И мы идем, короче, поднимаемся по какой-то круглой херне. Да, там внизу орут какие-то. Я не понимаю, куда мы поднимаемся, она круглая. Мы играем слабо, не слабо. Да, слишком опасно. Давайте мы попросим. Алина, давай, поцелуй меня в щеку. Ой. Давай в щеку, дура. Все, идем. Давай. Так все. Покукарекать на башне. Что ты делаешь? Ладно, самое интересное, что мы делаем. Очень. И мы, короче, посреди озера. Самыми, теми же, да, мы играем в игру. Как мы играем в игру? Слабо не слабо. Слабо не слабо. Угу. Такая интересная игра. Без грязных штучек. Без грязных штучек, в смысле, грязные штучки это, ну, в смысле, лужи, да, потому что они грязные. Фантазия хорошо раз. Вот. Тут очень много воды. И вот только что этот мальчик. Он просто герой. Он там сейчас все в стене видит, прям в палке. И палка. Палка-целовалка. Палка-наказалка. Мы играем в игру «Правда или риск». Кстати, мне кто-то вроде как бы хотел вопрос задать. Я, но никто не ответил. Такой вопрос, что за вопрос был, да. Это какие правды? Нет, тебе показалось. Ну? Угу. Ты что, крестёжа, да? Да. Ну? Я даже не знаю, что сказать. Ясно. Куда мы идем?
Поэтому пошли в аукцион. Вот. Ну вообще мы хотели поехать к Полине, мы решили потусить мы на хате. Пати на хате. Пати на хате у Полины без Полины. Нас, короче, много. Вот. Полина бы очень удивилась, что мы приехали все вместе. Да. Сейчас мы идем в аукцион. Вообще жестко красивый город, но тут постоянно стройки какие-то. И да, и уже. Вот. Мы идем сейчас в аукцион. Еще раз, третий раз повторяю для слоупоков. Мы с ней главные слоупоки. Да. В аукционе мы будем греться, потому что кто-то хочет греться. Помните, как Полина покупала себе напиток в аукционе? Какая Полина? Мышева. В смысле? Полине Мышева, привет. Да. Воу-воу. Ну ладно, уж ты остановился пить на Субару. Вот. Это, короче, завод Аксион, по-моему. А, нет, вот-вот. Там дальше на другой собор. Вот это Свят Михайловский собор. Короче, приезжайте в Ижевск. Все будет сбс. Я вас жду. У нас в городе вот такие вот, это как бы наши дети. Давайте. Это нет. Да, очень мило. Вот. Еще у нас тут херня постоянно в городе Ижевск. Мне 20 лет. 6 плюсом. Вот, Свят Михайловский собор. Он крутой, но у нас везде стройки. И поэтому это дно. Вообще Ижевск находится очень далеко. В смысле, ты можешь сказать Ижевск дно. Вот. Да. Хожу по главным улицам, никого не стесняюсь. О, я тоже хочу покататься. Нет! Лёня! Лёня! Унижайся. Шикардосина. Что ноги, короче, от бедра прямые. Мы модели. И махаем. Это вообще так, по-моему, английская королева так делает. Да? Мы английская королева. Одна на троих. Четыре английских. А у меня еще юбочка. У меня почти юбочка. Ноги, а прямые, да, от бедра. Да. Веселые штуки. Они так, у меня еще второй рукой. Я такая, руку, поняла? Красиво сшивается. Вот. Сшивается. Вот. Снимаешь? Да, снимаю. Я просто Полина Гениус. Да. Иду и развиваюсь на ветру. Я Винкс. Да. Привет, с вами Алина Линкин. И, короче, вот. Наше гуляние подходит к концу. Они сейчас уходят домой. И мы нашли профснеговика. Он секси. Да. Вот. Еще мы зашли только что за мальчиком задним, но он, походу, не выйдет. Он хлопнул перед нами дверью. Дворец спорта там! Он там. Я живу здесь, тебе не кажется? Я больше не живу. С вами Елена Филинкина еще раз. И я замерз. Господи, на улице холодно, очень холодно. У меня замерзли руки и нос у меня красный, как у Бухарика. Вот. Надо ходить в пуховике. Да, надо ходить в пуховике, а кто-то одел на себя. Я буду, короче, как Полин, снимать себя с носа. Нет, прости, Полин, если ты смотришь это видео, да. Вот. Мне очень холодно. Тебе не холодно, потому что она в пуховике, а я, можно сказать, в кофточке она такая тоненькая. Всем интересно, в чем я? Вот, но мне жутко холодно, и, по-моему, вечером не надо одеваться так легко, вот. В общем, сейчас мы ждем Полину хорошую и Вика. Вика. О, Вика, это Вика? Да. Да, давай. Алло. Алис, ты посмотришь это видео, я знаю, нам звонит Вика. Привет. Так вот. Ждем чего? Полину. Как Полина только придет, она уйдет домой, да. А мы с Полиной поедем на трамвае. Забирать ей сим-карту, потому что кто-то ворона и оставил видео. Свою и, кстати, сим-карту. Оставила свою сим-карту, спасибо, что сбила меня. Оставила свою сим-карту в фэшене. Вот, там нашла какая-то сим-карту баба. И, блин, по-моему, когда ты находишь чью-то сим-карту, ее надо выкинуть, а не забрать себе. И, короче, эта баба сейчас лежит в больнице. Вот, и за этой сим-картой мы сейчас поедем. Да. Вообще, гуляли сегодня классно. Я, ну, вы как бы это уже видели. В тех моментах я уже была. Да, вставила в съемку. Что я говорю? Вот. Вы все увидели. Была классная прогулка. Если вы хотите со мной погулять, чуть не в лес. Спасибо. Пока-пока. Всем еще раз привет, я имею Полинки. Мы едем с Полиной. Полина хорошая. Я не буду говорить, что у нас есть фамилия. Да. Я знаю, в этом дело, да.
Мы едем куда мы едем? Мы едем с Симкой в кардиологию. Я уже рассказала вам историю о Симке. Да? Успел. Это мы когда мы тебя ждали. Все, вот она. Я ждала ее. Я ее ждала очень долго. У меня замерзли руки. Очень холодно на улице. И я в маленькой курточке. А под ней футболка. Знаете, что? Толстовка, футболка и курточка. Любопытная тетя. Вот, мы едем в трамвай. Автобус. Давай. Вот, мне нравится, когда смотрят на меня люди, обращают внимание. Уже дошли, и мы ржем над тем, как вот та девочка, короче, в окне, вы видите ее, да? Она пытается открыть окно, по-моему, шпильки для волос. Или ручкой. Или ручкой, да. Потому что эта шпилька, в общем, вот она осталась, в общем, короче, эта баба нашла эту симку у нее для телефона в Фашине, где мы были, вот. И она пытается открыть окно. Кстати, покупайте мне билеты в Фашине. Да, покупайте мне билеты в Фашин на чоколад, вечеринку. Yes. Вот, и кажется, что макнет баба пытается открыть. Воу. А бутылку засунуть пытается. Пиздец. Простите. Она что-то пытается сказать. Вот. Нам тут весело очень. Да. Вообще, я замерз очень. И хочу... Так, всем привет. Да, еще раз, у нас плохо видно меня. Вот, и мы наконец-то получили свою симку. Ну, ее симку. Эта девочка, у них нет в этом... Не интересно, пожалуйста. У них нету в комнатах, короче, у них пластиковые окна, но нету ручек для пластиковых окон. И она открывала карандашами, а потом сходила до какого-то мальчика, мы стояли все замерзли. Потом сходила до какого-то мальчика, мне и кажется, он... дяденька. Вот моя симка. Ясно, короче, чем что-то мне сказали. Вот. Обычно я слышу матерный отзыв свой. В свою. Ну, ты бы поняли, как бы в свою адрес. Во. Да. Наконец-то мы. Она заполучила свою симку. Вот. И какой-то мальчик ей открыл окно. И она скинула ее. Просто так скинула со второго этажа, и она упала в какую-то яму. Вот, ну мы ее, короче, отпускали. Вот, сейчас мы благополучно идем домой. И у нас все замерзло. Ура, очень холодно. Очень-очень холодно на улице. На остановочке, у меня красный нос. Все замерзло. Вот, поэтому в данный момент я не очень милый. Я хожу как дебил. Вот. И наконец-то она перешла дорогу. Да. Очень холодно. Это типа как холодно. Добрая тетя нам продала чебуреков. С мясом. Вот. Очень холодно. И мы пришли погреть очень сильно. Мне нравится этот чувак. Он с конфетками в наборе. В наборе с конфетками. Еще я вчера снежок чуть не сломала. Да. Ты это выложишь? Нет, да, я выложу. Mm-hmm. Мы идем горячие буреки. Из них даже... они горячие. Идет пар. Вот, ну я не знаю, из чего они, но это невкусное мясо. Воу. Жители Ижевска. Жек-сити. Наш трамвайчик. Домой, тепло. Мы